Заслуженный профессор частных инвестиций имени Дэвида Собеля, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, посетил КФУ. Стоит отметить, что последний раз его визит в Казанский университет состоялся 30 лет назад. И сейчас, как отмечает Илья Стрибулаев, старейший вуз России довольно сильно преобразился. И, конечно, этот факт не может не радовать. Я не часто приезжаю в Россию, и особенно я не часто, когда приезжаю в Россию, езжу по региону вне Москвы. И впечатления у меня очень положительные, очень положительные. Я вижу, как здесь бурлит жизнь, и впечатления от университета, особенно после разговора с вашим ректором, тоже очень хорошие. Профессор Стэнфордского университета видит в Казанском федеральном сильный потенциал. Более того, он приятно удивлен, что КФУ ни в чем не уступает известнейшим учебным заведениям со всего мира. Я вижу, как идут изменения. Мне очень понравилось обсуждение с ректором по поводу нового центра, который они создают на базе клиники, медицины, биологии. Это очень интересно. И это также очень мне напоминает то, что происходит у нас в Калифорнии, в Стэнфордском университете. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.